Бизнесмены смогут найти клиента через новый интернет-ресурс. С начала года предприниматели смогут делать закупки через электронный магазин. Работу сервиса и его модернизацию обсудили в Химках на круглом столе. Этот ресурс направлен непосредственно для бизнеса, для его удобства, для развития конкуренции, для эффективности закупок. Поэтому будем совершенствоваться и с учетом вот в том числе полезности вот этого мероприятия будем делать корректировки, выводы и, соответственно, корректировать и нашу работу, и работу заказчиков. Качество услуг – главный вопрос по теме электронных закупок. Бюджетные организации оказываются в условиях получения некачественных услуг, а бюджетные организации не имеют своих юристов, они никогда не будут судиться. Сегодня система электронного магазина несовершенна, работает на доверии. Недобросовестные предприниматели порой не заключают контракт по итогам сделки, отметил глава округа Дмитрий Волошин. Это срывает сроки работы, а издержки возместить нельзя. Создание списков безответственных поставщиков решит проблему. Разработать реестр, подчеркиваю, недобросовестных поставщиков. Указанные в реестре сведения о недобросовестности организации позволят отказаться от заключения контракта своевременно. Сегодня Химки – один из лидеров Подмосковья по социально-экономическим показателям. Только в 2018-м предприниматели сделали почти 4000 закупок на сумму более 3 миллионов рублей. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.